Сцены создателя. Одно уходит, другое приходит. Вечная карусель времени. Новое время уже в жизнь входит. Отражается оно переменами. Незаметно для кого-то, но понемногу изменения набирают скорость. Планы властей идут не в ногу. По планете гуляет печальная новость, что человечество перешло рубеж. Терпение у людей лопнуло. Властелины мира продолжают грабеж. Возмущение народа их не тронуло. Нужно восстановить равновесие. Первая попытка в этом году. От Руси люди услышат известие, что она поменяла свою погоду. Ждите больших изменений. Дрогнет власть под нажимом. Изменится людей отношения. Кризисное положение сложилось. Кризис жизни подтолкнет сознание. Без равенства не будет планеты. К человечеству придет осознание, что любовь важнее монеты. Люди планеты наденут жилеты, пока только желтого цвета. Это первый признак победы. Люди услышат Бога заветы. Часть населения уйдут в религии, часть перейдут к Богу. Разделятся люди по этой линии, граница миров высветится в итоге. Власть спровоцирует противостояние. С одной стороны свобода, с другой — рабы. Не сразу к людям придет понимание, что мир Создателя совсем не такой. Пробивается росток расы шестой. Время трудного перехода. Разговор между людьми непростой, но уже нет никакого выхода. Планета разделится на две части. Создатель поддержит соратников. Со сцены истории уйдут навсегда от Бога отказники. Две власти сплетутся в единую. Говорят о Боге, думают о Мамоне. Мамона все власти объединила, поэтому часть планеты утонет. Не ждите войны властей. Будет война религий. Оголтелых много и всех мастей. Это они мир людей разделили. Первой у Бога будет Русь святая. По сценарию у нее главная роль. Для человечества страна будет другая, прошедшая через боль. Школа знаний — ее промысел. Нужно готовить новое человечество. Воплотится Создателя замысел. Сформируется, наконец, Отечество. Наступает период преображения. Европа стучится в открытые двери. Люди услышат мое обращение. В Русь святую они поверят. Кризис сильнее, слабее власть. Человечество у последней черты. В Европе бушуют страсти. Русь предложит миру модель мечты. Мечта — равенство между людьми. В шестой расе не будет неравенства. Выступление в Европе — прелюдия. Установится на планете равенство. Аминь. Отец Абсолют. 14 января 2019 года. Катрен. Рубеж.